Так, хочу челленджи повыполнять в Тауэр Ворлде. Интересно, что там вообще за челленджи такие. Интересно. Ну, сейчас, да. Надеюсь, там круто. Так, у меня Tower World запустится. Что будет такое? Так ощущение, будто нет. Ура, победа. Так, давай. Играть. Так, ну вот я Сигма заспавнился. Блин, ну я не знаю, давай нахрен это все отключу. Вот, я бы хотел в теории танца купить. Это пятница. Глянь, тут всегда разные продаются, кстати. Прикол. Вот это, кстати, хайп, это ну норм, это. Вот это херена. Это все мешает, реально. Пойдем сюда. Дай кипящий песок. Кипящий песок. Что это? Что за кипящий песок? Что за кипящий песок? Блять! Понял, что за кипящий песок? Кипящий песок, стой! Стой! Сигма. Ожидаемо в целом. Давай бежим. Не теряем ни секунды. Кипящий песок. Нет! Я сейчас сам кипящим песком стану. Куда? Поехали. Бежим, бежим, давай. Ну. Блять. Кипящий песок. Блять. Если я сейчас упаду, я умру. Блять, что это? Блядь, давай, бежим. Ну ты гад. Нет. Так что за пиздец? Блядь, нет. Все, пиздец. Это слишком тяжело. Вот с кнопкой вообще непонятно. Ладно, давай.
Рискованный бег. Что это? В смысле рискованный? Что, 5 песок будет подниматься или что? Блять! Раньше не было всех этих черепков, по-моему. Ё-моё! Усложнили, гады. Ёб твою мать. Ай, ай! Блять, что? Ё-моё! А где? А где хилка? Подожди. Тут раньше была хилка. Понятно. Ой, у меня не хилка, да? Понял. А! Блять, я долбоёб. Я упал. Это пиздец. Да блять! Это какой-то пенис. Очень трудно. Окей. А тут что? Понятно, это усложненная версия. Это что-то заключение электроэнергии. What the hell? Ладно, давай попробуем. Заключение электроэнергии. Я не эксперт, но, по-моему, какой-то жесткий пенис. Алло? Чего, блядь? Ты, блядь, что? Куда идти? Не тыкаться на рандом, типа? И как это контрить вообще? Да я не могу. Я когда прыгаю, какие-то странные звуки издаются. Так я вроде правильно иду. Ёпта. Это невозможно. Ты мудин, я не вижу, куда прыгать. А? Пиздец, блин. Это прям реально, ну это прям хардкор. Это прям пиздец. Окей. Это усложненная версия. Давай скорость бега. Что это? Это вот время мне засчитает, да? То есть у меня сейчас таймер появится. Ожидаемо, да. И поехали. Спидран.
Ну, спидранья и ёбнуть просто в один момент, и все. Ебать, это что там? Радиотовар, видимо, да? Ёпта. Блин, ну минута прошла, я уже никуда не продвинулся за это время. Пиздец. Минута прошла, я никуда толком не продвинулся даже. Полторы минуты. Дайте хоть чекпоинт, я боюсь ёбнуться просто и вообще все проебать. Опять я мелкий, блядь. Сигма. Блядь. Я не хочу падать. Что-то открылось, хуй знает, что правда. Давай. Куда мне, блядь, идти? Что? Что это спавнило? Пизда, блядь. Что? Я нажал на какую-то кнопку. Нахуя я на нее нажал? Что эта кнопка мне дала? Пизду, пойду обратно. Я проебал дохуя времени уже. Да ну нахуй. Еще не хватало ебнуться. Бля, ты Сигма. Да как это можно за 3 минуты пройти? Вот я уже. Пиздец. Ёб твою мать. Я видел просто там у чела таймер был 3 минуты. Как? Это невозможно за 3 минуты пройти. Я бы посмотрел видео. Какой-нибудь. Куда нахуй идти, игра, пиздец. Бля. Годы тренировок, типа, да? Попробуй найти, куда пойти, да? У меня нет времени на хилинг. Давай, почти, ну. Блять, да куда идти-то, сука? Ну, я видел, там время было 3 минуты. Как нахуй? Главное, чтобы я сейчас не захуярил.
Ай-ай-ай. Ай, блядь. Я про что игру играл? Главное, чтобы меня сейчас не захуярило здесь. Ну, как бы, пиздец. Ну какое нахуй 3 минуты? Как? 4:12. У меня... Бля, мне даже времени не засчитали. Пиздец. Почему мне времени засчитали? Почему? Не решили времени засчитывать. Я просто сюда галочку въебали и все. Но рискованный бег, кстати, в теории тоже можно легко пройти. Почему? Почему мне не засчитали время? Блять. Что за хрень? НСР. Может, я могу сюда зайти уже? Ты там вроде много чего сделал, не? Может, какой-нибудь сюжет, не знаю. Все ясно. Ну, не знаю тогда. Что делать? Ладно, давай сейчас попробую усложненную версию этой карты пройти. И по идее дадут тут нормально. Рискованный бег, да? Давай. Блять, сколько уже тут всякого дерьма, блять, в начале катки. Охренеть. Ё-моё, ты чё? Ёпта. Как я должен был это перепрыгнуть? Да ты мудень. Пиздец. Это что нахуй такое? Двух хилок нету, да, я правильно помню. Здравствуйте. Блин. Ну уж извините. Это снег. Ёпта, ёпта. Что это зеленое означает? Она прям мега сильно дамажит, типа, или чё? Блять, да куда прыгать, сука, игра? Мало ли, куда, непонятно. Ай, я сейчас чуть не упал, ёпта. Это опасно. Очень. Да, блядь. Непонятно, куда идти. Ё-моё. Опять я мелкий. Ай, блядь, ты сука, кто так делает? Да идти-то я не помню. Видимо, нахуй. Это убивает мгновенно, блядь. А я не знал. Понятно. Я вот хотел узнать, что делает зеленый. Теперь, блядь, знаю. Я в самом начале, сука. Теперь знаю, что делает зеленый. Зато убивает тебя нахуй сразу.
На, блядь, заново сейчас все это хуярить. Понятно, зеленый сразу тебе насилуют. Чтобы не расслаблялся, он просто тебя уи. Блядь. Понятно. Бля, это сука. Вот это меня ваншотнет нахуй, это тоже. Пиздец. Кайф. Ну когда и куда идти? Прям за углом. Опасно. Ёпта. Это пиздец. Мне совсем маловато хп осталось. Это плохо. Сейчас бы сквозь листву упал бы вокаль. Ой, бля, опять эти зеленые, сука. Зеленые конченые. Бля, у них хп нету. Я могу, конечно, постоять и отхилиться. Ну хз. Ой, в пизду, потом продолжу. Это слишком. Вот что, кстати, там должен был делать вопрос? Там же, ну, нельзя стоять, ждать. Там пиздец. Надо накопить хп. Ну не, в пизду это, типа, я буду, я это, скорее всего, вот и самый личный уровень усложненный пройду, скорее всего. Но потом, когда-нибудь. Что у меня доп. Занятие в 19:00, типа, ну как бы вот.